Уникальная выставка открывается в Ризнице Троицы Сергиевой Лавры. Она посвящена памяти двух выдающихся деятелей Русской Православной Церкви XIX века, настоятелю Троицы Сергиевой Лавры святителю Филарету Дроздову и ее наместнику преподобному Антонию Медведеву. Более 60 экспонатов из фонда Ризницы впервые покажут публике. Часть из них относится к предметам личного благочестия троицких иерархов, другая часть – это дары и вклады. В 2001 году Литературный музей Пушкина проводил интереснейшую выставку, которая была посвящена некому такому стихотворному диалогу между святителем Филаретом и Пушкиным. И они тогда выявили вещи, но на тот момент у нас не были выявлены вещи в музее, связанные с именами святителя Филарета. И вот эта выставка, она подтолкнула к мысли, что нам нужно тоже выявить. Мы стали выявлять, то есть процесс шел долгий, буквально почти 20 лет. Одни предметы выявили по описаниям фонда музея-заповедника, принадлежность других удалось установить из личной переписки Филарета и Антония. А некоторые экспонаты вычислили из сопоставления нескольких исторических фактов. Вот эта митра, которая у нас сейчас на этикеточке так хорошо значится, что это митра, которая принадлежала святителю Филарету Дроздову. Мы ее буквально атрибуцию сделали, вот когда собирали уже выставку. То, что она святительская, это было понятно, вверху утрачен крест, но для него имеется там вот такая подставочка под этот крест. Поэтому понятно, она происходит из Гефсиманского скита, и там, собственно говоря, только святитель Филарет, так сказать, имел такие полномочия в такой митре участвовать в богослужениях. Но более того, когда мы стали рассматривать изобразительный ряд на этой митре, то на одной из пластиночек мы расшифровали изображение. Там представлены Филарет Милостивый и Василий Великий. Филаретом святитель был посвящен в монашество, а Василий – это его имя при крещении, при рождении. Выставка в Ризнице приурочена к столетию Сергиево-Посадского музея-заповедника. Мы приготовили целую программу выставок, которые познакомят в основном с фондами нашего музея. И для нас кажется символичным, что первая выставка, которая открывается в юбилейном году, из фондов Троицы Сергиевой Лавры, из той коллекции, которая стала основой нашего музея. И открываем мы ее, опять же, символично, в здании Ризничного корпуса. Именно здесь хранились и хранятся сейчас самые драгоценные, уникальные произведения средневекового искусства. Выставка «Духовное наследие» проработает с 30 января по 2 августа, ежедневно, кроме понедельника и вторника. Юрий Мирошников, Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Программа «События».